видели не знаю, пути группы Тайпана и исполнительницы Абуды. Песня мгновенно стала одним из главных хитов года. Трек играл просто отовсюду. Принесли. Радужно оформили. Вкусно? Какая рыбана. Вкусно. Польем лимончик. Слабый. Круто. Все. Вкуснях нам нанесли, мы сегодня гуляем. И хачапури, и шашлык, и сырок. И Юрий Анатольевич балдеет. И рыба, и вино, и водка. Ну вот это чача. Ребята, ну вот, все перешло в мои руки. Елена Александровна тут уже все пустое. Вот она за вас. Допивает за всех, последние за вас. 100 грамм. Последние 100 грамм. Я не хочу, а ее прет. Меня прет, меня прет. Потому что Новый год. Все вот. Все, давай убирай, нельзя снимать. Вот такой чек у нас. Отзывы написать. 2880 получилось. Вводите в Яндекс, в Камбала, там либо в Камбала, либо волшебный шашлычок. Сейчас, очень вкусно, нам понравилось. Сейчас я... Все выпили, все съели. Как вы думаете? Соус один остался. Камбал. Да нет, конечно, шучу, мы с собой взяли шашлычок, сырок и лавашек. Ой, хачапури. Была улица Просвещения, 9. Рекомендуем, все было вкусно. Гуляли, гуляли и увидели мандарины. А, где мама? А, конечно. Хавские мандарины. А что у вас? Только наличка, да? Нет. Слушай, ну, можно давай, перевести. Мне надо перевести деньги. Можно перевести деньги. Юра, ну купи мне мандарины. Попроси, ну, Юра, ну купи хорошо. Мне мандарины. Ну, попросите меня хорошо вместе с красивой женщиной. Чтоб ты мне купил мандарины, ты не офигел. Вы скажите, Юра, ну купите ей мандарины, 2 килограмма. Юра, купи тележку мандарины, жена, обсыпь кровать, пусть она будет кушать. Офигеть, у меня столько таблеток не будет. Я сейчас вам скажу. Я когда, извините, пожалуйста, я так, когда первый вот замуж вышла, сбеременела первый. Ага. И пошел сезон мандарин. И я их очень люблю. Знали, что я очень люблю. Я мужу сказала, что я люблю мандарины. Он знал. И сказал, что я беременна. У меня мальчик. Он говорит, иди к маме неделю. На 2 дня. Обманула. Я обрадовалась, вещь собрала. Он через 2 часа звонит. Он говорит, одевайся за тобой. Я не могу без тебя. Захожу в спальню. Вот такими вазами мандаринами. Вот такими. Такой сюрприз был. Видео сняли. Классно, да. Он уже женился. Я говорю, вот твой первый подарок от отца. Ну, мне, конечно, не до такой степени. Такого количества не сможет из номера выйти. 18. Ну, все, давай, бери мне мандарины, в общем. Если сейчас их не ешь, тогда каждый фрукт свой сезон. Вот до этого был фейхуа, а вот это зеленый. Сезон идет. Это сейчас мандарин. Курма, да. Потом сейчас мандарин. Потом. Сейчас чуть попозже, вот сейчас пошли апельсины. В январе еще апельсины пойдут, завал апельсины. Хорошо вам. У вас апельсины, мандарины. А что вы? А мы с Урала. С Урала? Да. Екатеринбург, что вы там потеряли? Ну вот что. Если честно, я выросла в Самаре.
замуж вышла в Абхазии. Ну вот представьте, вот как мы вам, сейчас... знакомы, представляете, как мы вам завидуем. Вот так за ними сейчас... ухаживает, как вы видели, как я ухаживаю, если не скажете, завидую вас. Вот так стоять, да, продавать очень завидую. Ну вот сейчас, предположим, сюда. Напилась, я пьяна. Ой. А я баба. Я забыла слова. Не дойду я до дома. А дойдет она до пирса. Довела меня трубка дальняя до самого Адлера. Довела меня трубка дальняя до самого моря. Охренела Линуся. Вот такое вот море. Чайки греются, их не видно, конечно же. Вот красиво. Та-да-там, та-да-та-дам. Фламинго называется отель, где люди плавают в бассейне и балдеют. А мы тоже балдеем, потому что супер, 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 супер гуд, все нормально, супер гуд. Смотрите, морюшко какое, морюшко классное. Волнуется морюшка сегодня, не к добру. Наверное, погода поменяется. Ну, даже если погода и поменяется, нам уже терять нечего. Мы скоро улетим. И пробухаем все. Пирамида. Эфиопса. Эфиопса, жопса. Купили 2 килограмма мандарин. Это то, что осталось несъеденное, в кафешке взяли с собой. Вот такой у нас пикник у моря. Пикник у моря с мандаринами. Спасибо. Должна будешь. Должна говорить больше. Эх! Потому что Новый год, Новый год. Ты-ды-ты-ды-ты-ды-тын, ты-ды-тын. Она поет чачу выпила. Будем ждать закат. На 3000 натрескались. Еще осталось у нас, видишь? Летают самолеты. 2 килограмма мандарин 100 рублей. 2 килограмма мандарин 100 рублей. 2 килограмма мандарины Абхаз. Юра ведет отсчет о покупке мандарин своей сестре. Видит у моря. Самолеты тудым. Сюдым летают. Приземляется, видишь? А вот. Ты танцуешь, как дым, тудым, сюдым. Та-да-да-да-да-да-дан-та-дан-тан-тан. А мы вот сели, сидим. А мы вот сели, сидим. Многовато было. Елена и твои мысли зависли. Лобысь, и все